Протестные настроения в Турции не стихают, но теперь помимо отставки премьера Раджепа Эрдогана, у уличных манифестантов появились новые требования, которые выдвинула сформированная на днях группа «Платформа солидарности Таксима». Как передают местные СМИ, протестующие начали требовать увольнения начальников полиции Стамбула, Анкары и других городов, где произошли столкновения с полицией. Извинения зампремьера страны Бюлента Аренча они не приняли. Бюлент Аренч признал непропорциональное применение силы по отношению к людям, которые изначально вышли на акцию в защиту парка. Но также акцентировал внимание на том, что это не касается тех, кто крушит чужое имущество. Жертвами противостояния уже стали 3 человека, последний из которых скончался в больнице от ранения в голову. За неделю протестов всего пострадали 2800 жителей Турции. Создание платформы свидетельствует о том, что у турецких протестов появилась организация, претендующая на лидерство. До сих пор митингующие самоорганизовывались при помощи соцсетей. Представители платформы заявляют о своей аполитичности и призывают выходить на улицы без атрибутики какой-либо партии. Теперь все силы сосредоточены на организацию и проведении пятничной антиправительственной демонстрации, которая, по прогнозам экспертов, может оказаться самой массовой за всю неделю протестов.